В уральских электричках можно будет бесплатно возить кошек и собак. Такой подарок братьям меньшим и их хозяевам решили сделать в честь Всемирного дня домашних животных, который отмечают 30 ноября. Как сообщается на официальном сайте РЖД, бесплатный билет на питомца владельцам оформить все же придется. А вот ветеринарных документов никто не спросит. Достаточно, что называется, усов, лап и хвоста. Бонус касается только поездов Свердловской пригородной компании. Перевозить можно будет кошек, собак, а также кроликов, морских свинок, хомяков, птиц, рыб и черепах. Важное ограничение – один пассажир сможет провести лишь одного питомца. Акция пройдет 30 ноября.